Миллионы единиц общественного автотранспорта ежедневно выходят на линии по всей России, вне зависимости от сезона и погоды. В Хабаровском крае пассажиров возят больше 1000 единиц техники. По статистике, на автобусах и троллейбусах ездит больше 42% россиян. Но далеко не каждый задумывается, насколько сложная и ответственная работа в сфере пассажирских перевозок. Приоритет – забота о пассажирах, то есть в первую очередь обеспечение их безопасности. Причем это понятие может включать в себя разные ее формы. Мы отвечаем за жизнь и здоровье людей. Это большая ответственность. Это особенно в зимний период эксплуатации, когда гололеды и снегопады. Поэтому, значит, особо обращаем на техническое состояние транспортных средств, на воспитательный процесс и навыки водителей. Значит, естественно, контроль на линии, контроль технического состояния транспортных средств. То есть это такая объемная работа. Посадили пассажиры в троллейбус. И везем, его плавненько, аккуратненько, чтобы пассажир не упал. Не упал ни сиденье, ни как бы, когда стоит, то поручень держался, чтобы не было резкого торможения, резкого набора. Чтобы движение было плавно и было комфортно пассажиру. С профессиональным праздником специалистов сферы автотранспортных перевозок поздравила зампред краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева. Благодаря вашей слаженной работе водителей, кондукторов, механиков, инженеров, диспетчеров и многих других специалистов под грамотным именно вашим управлением стабильно функционирует система грузовых и пассажирских перевозок. Люди получают комфортную и безопасную услугу. В модернизацию общественного транспорта в следующем году вложат 800 миллионов рублей. В городе появится 10 новых трамваев, 48 газовых автобусов и еще 16 троллейбусов. Вдобавок к тем 17, что уже курсируют по краевой столице. Виктория Зыкова, Ольга Власова. Смотри Хабаровск.